всех паст. Зельда. Алло. Подъем. Наконец-то. Может быть, сегодня я наконец соберу свой сраный сет брони. Кстати, по поводу сета брони, мне же понадобится гайд. Понял, да? Понял шутку. Так, гайды. С полуголые бабы, голые бабы. О, гайды. Так, руины из Age of Legends. Ладно, шучу. Что-то какой-то странный гайд. Пятого мудреца. Зачем мне пятый мудрец, блять? Это не тот гайд. Сука. Во, вот этот. Вот моя бронька. Так. Нагрудник. Нагрудник. На север к замку Хайрул. Прям к замку? Ладно. А где я, кстати? Дракоша? А что я тут делаю? А, фея. Ну да. Ну, к замку так к замку. Так, я так понимаю, где-то здесь, да? Верну громкость игры. Крылатая гибда. Крылатая падла. Как по мне. Так. Замок где-то там. Блять, я электролизуюсь. Сгодится. Нет, не сгодится. Нет, сгодится. Это щит электрический. Пока так побегаем. Дурацкая гроза. Все портит мне, тварь. Что тут миазмы повсюду? Что-то мне не нравится. Кстати, раз уж я здесь, надо тогда и переодеться. Так, на тело. Туника есть. Классный капюшон. Ничего не видно. Здорово, черт. Олив. Олив. Работаем, не покладая рук, весь день напролет. Босс покинул замок и вернулся к своей службе в боевой бригаде. Ничего не бойся, я по-прежнему слежу за порядком. Добавок здесь водится ужасный миазма-монстр. Заметишь движущуюся массу миазмов, лучше беги. Чё за монстр? Страшный монстр, окутанный миазмами. Если дотронешься до него, то он заберет твою жизнь. Потрясающе. Очевидцы утверждают, что из него еще торчат какие-то руки. В смысле, штуки. Я знаю, что... Он не оставит тебя в покое, если заметит. Будь храбр, но и об осторожности не забывай. Ой, да ладно. Ток? Я слышу ток. А, это ворота?
поток реагирует на ворота железные. Прикол. Так, что там по гайду? Открыть ворота, идите на север, вверх по тропе. Справа от вас с небольшим факелом у входа. Проход с факелом справа у входа. Ну, ладно. Почему бы и нет? А дурацкая гроза так и не хочет заканчиваться. Кстати говоря. Подозрительно. Что секретное. Да нет, вроде. Странно. Очень странно. Ну, дождик закончился уже хорошо. Где все? Я, по-моему, проход пропустил. Реально пропустил. О, хорошая штука, кстати. Очень даже неплохая.
Блин. Что-то долго едем. Сюда мне не надо. Немножко далековато. Походу, вот он, но только факела не вижу справа. Тут два. Видимо, ладно. А, да? Блин. Ничего нет. Скатиться и бревно. Два бревна. Хотя... Блин. Ладно, два бревна. Сабля сломается? Нет. Нет. Сука, не. Ну что еще? Реклама, как обычно. Так, тогда давайте мне двуручник. Астматическая дрень. Капец, сколько здесь всего, а карты нету. Так. Интересно, это оригинальный замок или... Или нет? Алебарда жерть. Че он охранял? Вернее, что, королевская алебарда? Семерочка. Ну, ладно. Почему бы и нет?
кстати, с ракет. А мне такой уже есть. Другого не надо. Это что за могила? Глубоко-глубоко под этой землей первый из королей, могущественный и благородный, заточил короля демонов. Стремясь укрепить место заточения, мы воздвигли здесь замок. Если с замком что-то случится, то от священного места не останется и следа, а значит, со временем король демонов возродится и обрушит всю свою ненависть и злобу на эту землю. Процветание королевства напрямую связано с сохранением и защитой этого замка. Допустим. Вот ты. Надо еще один залп. Этого недостаточно, Риджу. Ты хоть и молодец, но мне надо вот этого. Надо кое-что взорвать. Кое-что. Где моя палка для таких случаев? Не, не буду ломать свою палку. Лучше уж так. Я здесь кого-то видел. Ага. Попался гнида. Что, уже помер, что ли? А, нет. Чем он будет срать, интересно? Желтый? Электричество, наверное. Ну да, ожидаемо. Ожидаемо. Еще больше. Гвардейский лук. Болтос. Ни хрена себе лук. Хороший какой. Опа. Пепа. Канал. А дальше? Да не ты. Блин.
там и нет ничего, да? Класс. Это мне яблоко-то забрать. Вы издеваетесь? Нет, такое добро нам не надо. Там щит, да? Щит, стрела, лук, что там? Угу. Понимаю. Хорошо. Алмаз, это хорошо. А, да. Вот так вот все плохо, да? Как хорошо, что я умею ползать сквозь стены. Ну, в смысле, сквозь потолок. Здорово, черт. Вот как тут все внутри замка выглядит. Прямо-таки лабиринт. Кто здесь? Ой, ты ведь Линк, да? Извини. Я Набира. И в этом замке до сих пор тьма ценных сокровищ и оружия. Меня попросили постоять на страже, чтобы в замок воры не забрались, но... Я заблудился. Ты не обращай на меня внимания, прошу, проходи. В конце концов, ты сам из замка, так что не стесняйся. Ну, как бы, да? Что-то я так нагрудника и не нашел. Зато здесь кто-то любезно оставил мне стрелы.
Что-то я не хочу туда идти. Там дурацкие миазмы. Ну, я так и знал. Да хватит за мной бежать. Не успею, наверное, проапгрейдиться. Я не вижу за вас ни хрена. Ты. Больно-то как. Надо бы еще наготовить. Куда? Ну-ка, слез оттуда. Так, мне нужен рог. Вот такой молоток у меня будет. Нормально. Пойдет. Так, что тут у нас? Вернее, что? Ожидаемо пуст... А, нет, стрела. Кто-то хранил в вазе стрелу. Наверное, надеялся, что вырастет. А я здесь был или не был? Что-то я не помню. Ага. Что-то здесь все такое одинаковое, мини-карта нету. Ну, вернее, она есть, конечно, но... Это не мини-карта, которая мне нужна. Это мини-карта внешнего мира, а мне нужна внутреннего. Так, может быть, там за завалами? Там за завалами. Может, там что-то да есть, но я нашел обеденную залу. Обеденный зал я нашел. Хрустящий жареный рис. Да-да. О, рецептик, кстати. Ничего себе. Ты сюда в такую даль пришел? Да. Ты, наверное, очень любишь вкусно поесть, раз забрался в обеденный зал замка Хайрул. Здесь есть рецепты, каких я еще в глаза не видел. Мне отсюда даже уходить не хочется. Раз я сюда дотопал, то побалую всех в дозорном форте вкусной едой. Лучшее средство против усталости – пожрать на славу. По-моему, пожрать на славу вызывает еще больше усталости. Тебе поел и ложишься спать. Да, да ладно. Две стрелы. Все как я люблю. Так, что там надо? Мясо, рис, яйцо и масло. А есть ли у меня все это? По-моему, у меня риса нет. Мясо есть. Окей, филе, хорошо. Бутылка масла есть. Яйцо есть. А рис? А рис отсутствует. Ну вот. Не приготовить рецептик. Пойду рис искать, чё?
Может, он где-нибудь здесь завалялся? А вдруг? Кстати. Кто это у нас здесь прячется за тремя стрелами? Это же лук. Боевой. Такой у меня уже есть. Видимо, кто-то очень любил картины. Раз все их похерачил. И снова завалы. И снова дыра в пропасть. Не, ну... Я так не играю. Я сюда за нагрудником пришел, а не вот это вот все. Может, реально попробовать за завал пробраться? Хотя, скорее всего, там дыра в никуда. Примерно как здесь. Это вроде место, откуда я приперся. Дыра. Вроде все. Ну, я так не играю. Честно. Может, через верх? Лужи какие-то. С грибами. Ладно, грибы растут на камнях, почему бы и нет. А, ну я понял, где я. Дурацкий нагрудник. Там еще целый кусок стены, да? Пойди, опять меч. Ну, почти. Ладно, давай сюда. Так, а там вообще-то другая стена. Вряд ли нагрудник лежит в одной из башен. Скорее всего, где-то в самом замке. На, сука, где? Вот вам всем. О, тут вообще нет сундука. Опа, корок. Какого хрена? А?
Ну ладно. Допустим. О, может быть здесь? Выглядит как что-то потаенное, секретное. А что такое? Ящерка. А я фоткал ящерку. Чё она? О, другое дело. А то, видите ли, она не фоткалась. Сундука я и здесь не наблюдаю. Дерьмо. В двух огромных коробках лежало по стреле. Что ж, действительно, почему бы и нет? По-моему, я обошел все, что мог. Что говорит нам Гатиня? Так, открываешь ворота. Идешь, заходишь вот в это помещение. Ну, я там был. Да, я там был. Пойдем пешком, лучше дойдем. Эти телепорты по времени займут примерно столько же, сколько пешком. Кстати, стеночка. А вдруг там что-то спрятано? Но нет. Увы. Да, блядь, сундуков здесь нет. Ладно, черт с ним. Если пустят наверх, сейчас будет вообще отлично. Не пускают. Хреново, блин. Придется поползать. Ящерка. Ой, тихо. Падла. Может, в сам замок пролезть? Хотя... Oh.
Ну, обеденный зал, ладно, тоже сойдет. Где я? В смысле, куда идти-то? Так, поднять люк. Этих я убивал. Это я ломал. И это я ломал. Много коричневых камней. Ага. Ну, кажется, я понял, где это. Пойдем туда. О, смотри, этот чертяка что-то готовит. Что готовишь? Новенький, по ночам нужно хорошо отдыхать, чтобы проголодаться на утро и с аппетитом позавтракать. В том рецепте было написано рис, мясо, яйцо и что-то еще. Что же это было? Действительно, что же это было? Подойти-то к стеночке, посмотреть на картиночку-то тяжело слишком. Явно не для него занятие. Что же там было такое? В смысле ты закрылась? А как ты закрылась? Я же тебя оставлял открытой. Дурацкая решетка. Так, это было где-то здесь. Так, могилка. Ага, вот мы сюда попали, тут что-то ломали. Вроде оно. Да, действительно, здесь остались дырки. Плотненькие дырки. Ну-ка, слезай оттуда. Очень плотненькие дырки. Что ж, подождем. Подождем. Твою мать. Эти долгие развороты. А вы не можете заспавниться здесь? Может быть, ты слезешь оттуда? Наконец-то. Заспавнишься где-нибудь здесь? О. Отлично. Но это еще не все. Там еще один проход есть. И наверху никого нет. Подозрительно. Бомбоцвет это, конечно, хорошо, но я здесь за другими вещами. Отдай. Так. Рвем дальше. Где я? Это для тебя. Слабоватенько дамажит что-то. Маловато-маловато. Надо еще. Но, видимо, я на правильном пути. Аж бомбоцветов надавали. Да блин. Да блин. Иди сюда, бесплатный бомбоцвет. Надо кое-что уничтожить. Ух. Какие-то обширные территории слишком. Пойду-ка я обратно. Надо кое-что доломать, хотя я, наверное, так пролезу. И что же тут было? Скелеторы?
Забавно. Скорее всего, это монстры, которые умерли. Но умереть до конца они так и не смогли. Поэтому они возрождаются в качестве скелетов. И будут это делать до тех пор. Пока Якулу кто-нибудь не найдет. Хотя даже после этого их кончина не настанет. Пока не будет уничтожен Ганондорф с его дурацкими миазмами. Куда это нас ведет? Почему бы и нет? Это нагрудник, да? Я надеюсь, что да. О, наконец-то. Прокачать бы их, правда. Сделанные из металлических пластин обеспечивают превосходную защиту. Сразу видно, что над ними трудился настоящий мастер. Так, осталось найти... Осталось найти шлем. Шлема-каску. Каскошлем. Где он может быть? Пойду посмотрю. Солдатский шлем. Рядом с коричневыми камнями есть синий. Понял. Я знаю, где шлем. Пошли за шлемом. Падла. Что, даже пепы нет? Я так не играю. Трюфель, бомбоцвет и грибы. Зря потратил только огнецвет. Надо еще подсобирать. Где ты, бомбардье? Пора бомбить. Как тяжело бомбиться-то. Ага. Мне нужна доска. Плавательная. Выглядит как босс батл, если честно. Иди сюда. Да, походу так и есть. Походу там живет скотина костяная. Ладно. Раскопаем этого стал Нокса. Да, да хватит уворачиваться. Дай в тебя попасть-то, но...
Уйди! О, конец. Хотя он так-то достаточно слабенький, в принципе. Если бы меня еще не убивал. Где его голова? Я же сломал тебе глаз. В смысле? Чё? Всё. Ну, было достаточно просто. Больно, правда, но сойдет. Рок стал Нокса. 29. Сгодится. Кстати. На этот рок. Интересно. Можно ли насадить что-нибудь? Ну, в смысле, наоборот. Этот рок на что-нибудь насадить. Взять в руки. Так. Нормальная дубинка получилась. Сгодится. Где ты, наш бомбардье? Ничего тут нет, да? Ладно. Видимо, нам туда. А, ну да, лук-то сломался. Давай вот этот. А, да? Бля. Чё, проверить надо по-быстрому. Так, раздолбать синюю хрень. Ага, вы окажетесь в комнате полной воды и камней. Если в комнате воды есть еще один заблокированный проход. Так, на сломанные столбы в воде и выстрелите в них бомбофруктами на расстоянии, чтобы очистить их, а затем пробраться через них. То есть... Это все-таки расчищается бомбофруктами. Но что-то нифига не расчищается. Вот бомбофрукт. Не наблюдаю что-то я успеха. Может так? Ну, так ломается. Где моя дубина уничтожения? О. Ё-моё. Будет стирать льдом, смотри. Пусти меня, лед. Что это было сейчас вообще? Где мои подсосы? Но подсоса нету. Тихонько, отпусти. Ну. А можно еще плотнее? Кошмар. Слушай, ты меня задолбала.
Ням-ням. Давай-ка лучше вот, наверное, вот это. Да ядрить тебя за ляжку-то, ну. Ладно, кажется, я вижу шлем. Конечно же, отсюда мне его никто не даст. Шлем где? Это был меч. Погоди, погоди. Шлем, шлем. В следующей комнате будет Ice Like. Он убит уже. Наш сундук находится слева от него. А, и правда. Наконец-то. Наконец-то. Такс, мне нужна какая-нибудь фея. Сгодится. Странно. Колодец не считается выполненным. Это дурацкая-то рыбина. Хотя... Понимаю. Так, где эта тварь? Так вот, да? Даже лошади не хотят. Ладно. Ладно. О! О!
Так. За десятку. Хорошо. Тоже за десятку. Ладно. Сердце Моблина, сердце Моблина. 6 штук, 7, 8, 9 штук нужно, да? Дофига. Если я сделаю так. Не детектится. Черт. Может быть, я их фоткал в альбоме? О, реально фоткал. Равнина Элденское ущелье. Айрульская равнина. А, так это недалеко. Ну, они здесь живут где-то. Раз уж я здесь. Еще и на лошади. Почему бы и нет? О, там тем более какие-то постройки вражеские. Потрясающе. Ого. Вот это улов. Они где-то здесь. Но где? Hip.
Жесть. Ой, кажется, нас заметили. А зачем они летают с сундуками? Ау. Сволочи. Да блин, я вас не вижу. Суки. Ну где она? Как же ее колбасит. Вроде всех сбил. Вот он прям где-то здесь. Оп, и не здесь. Как будто появляется и исчезает. Какой-то странный радар. Он как-то очень странно работает. Так, надо залезть, в общем, куда-то туда. О, Генгиус, здорово. Как день проходит рабочий. Что за шишки-баб? Да, это... Что это? Камни-глыбника-молот. Вот. Так я в отпуске. Ага. А у меня выходные, так что... Так что все окей, да. Так что все очень даже хорошо. Не потонуть бы в этой гниде. Этот дурацкий радар очень криво работает. Вот сейчас он мне сигнализирует, что моблин здесь. И хопа, он исчезает. Его нет больше. Все, он больше не существует. Хоп, есть. Хоп, нету. Что за фигня? Нашел доказательства своей правоты в нашей дискуссии. Какой дискуссии? Не помню ничего такого. Надо как-то туда попасть. Только как? Охренеть, я даже могу на берегу уйти под воду. Жесть. Говорит фразу: мои братья и сестры, сгоревшие в пожарах. Ну и что? Ну, их же сожгли же. Что такого-то? Да, кто хрюкнул? Еще раз говорю, она не была человеком, она была всегда кораллом. Нет никаких душ. Коралл — это органическое нечто. Так, куда бы мне прыгнуть? Эта скотина носит какой-то деревянный сундук. Ну, хотя деревянный. Так-то он мне не нужен. Вот опять радар за свое. А где этот синий моблин, она не говорит. Типа он где-то есть, но где, я тебе не скажу. Походу под землей где-то. Нет! 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 Дурацкая нефть.
Так, ладно, и как же мне попасть под землю? В таком случае. Какой-то дурацкий радар, реально. Интересно, согласен, да. Зато так правильнее. Сегодня такой день просто. Во-первых, холодно. А значит, что дома тепло. И тянет спать. Во-вторых, надо пожрать. Что-нибудь приготовить. И найти дурацкого синего моблина. Кстати, вот он. Вот где он? Он прям рядом. Вот он, прям здесь. А где он? Его нету. Нету его. Как так-то стоять? Я вижу Пепу. Нет, скакивать я не хочу. Да, блять. После сытной горячей еды так точно спать тянет. Ну так и я о чем. В общем, есть здесь один колодец, который не выполняется. Вот проход в купальне местные, здесь можно полечиться. И больше здесь ничего нет. По крайней мере, я здесь ничего не нашел. Но колодец не считается выполненным почему-то. Значит, здесь что-то есть. Но здесь больше ничего нет, сука. Все. Все, нет, больше ничего здесь, кроме этой рыбины и ящерки. Камень вот еще есть. Уж камень поднять. Ой. Пожалуйста. Ютуб? Что Ютуб? Что с Ютубом не так? И все. Причем, вот где-то вот здесь, если стоять. Во. Вот здесь вот, если стоять. Радар начинает психовать. Оп. И говорит мне, что где-то здесь есть враги. А их нет. Подсказку на ютубе посмотреть. Зачем? Не лень. Может, один из козлов? Может, вы враги? Радар молчит. Странно это все. Вот опять. Какой-то дурацкий радар, он, по-моему, не работает вообще. Так, мне нужен местный торгаш. Кстати говоря, он здесь. У тебя рис есть? Рис, говорю, у тебя есть? Блять, он ящериц собирает, сука. Вообще не то. Она вроде тоже ничего не продает. Подъем. Кенни-то вернулся. Не убери Кенни, сволочи. Балде был бык-перевертыш. Так их много было. По-моему, их я 4 штуки находил. Устал тебя ждать и заснула. Это ты, извини, я принял тебя за своего парня. Какая... Эх, какая интересная... Слова. Вернее, какие. Мой парень отправился в Гранград, чтобы купить огнестойкий костюм. И не вернулся. Какая досада. Как же теперь быть? Кто мне рис-то продаст теперь? Мужик. Ты продаешь что-нибудь? Может, у тебя что-нибудь есть на продажу? Блять, так квестовый. Ладно. Он там один только путешествует в Baldur's Gate.
Нет, он там не один, их там четыре. Один находится в подземелье, один находится в этой... Не в подземелье, а где все поражено какой-то с болезнью, там что-то такое. О, стой. Геоглифы, бла-бла-бла. Я уже везде был. А, ты не торгаш, ладно. Вот, другой находится в деревне друидов, третий находится в этой, в преддверии врат, и четвертый я не помню где. Но он где-то есть. Одежда же загорится. О, ты продаешь что-нибудь? Блять, не та кнопка. Стой здесь. Я, кажется, нашел. Нет, не нашел. Это не то, что я искал. Ладно, пусть спит. Драться с ним. О, может быть, ты продаешь что-нибудь? Продаешь? Продаешь или нет, Кались? О, да твою мать. Это один и тот же, если его убить в деревне друидов, дальше их не будет. Я убивал всех трех подряд, все там было. Это не один и тот же. Смотри, все еще держит. Нарколыга. Где же мне найти синих гоблинов-то, блин? Может быть, здесь? Ущелье. Нет, мне... Получается, мне вообще обратно надо вот по этой дороге куда-то сюда? Бля. Погнали тогда. Вот опять радар сходит с ума. Синявка где-то рядом, но его здесь нет вообще нигде, в радиусе километра. И рис никто не продает. Гады. А ты что обратно идешь? Странный. Он вроде в другую сторону шел. Лошадь нам туда вот. И туда. Это не синий, это не то. Вот уж не ожидал, что игра будет заставлять меня заниматься фермерством сраным. Синих сердец определенных врагов рядом выше. Выше. И где он? Игра сказала рядом выше. Не наблюдаю. Ни рядом, ни выше. Лошадь уже заебалась скакать даже. Так. Мы в горах. Вижу врагов. Вот он. Я нашел его. Это будет сложный бой. Надо засейвиться. То нас сейчас порешат здесь на месте.
Интересно, они... А, они рисуются в полнолуние. Тогда мы в жопе. Что тут сказать? О нет, с ним еще и серебряный. Хрен убьешь. Сердце, сердце, сердце. О, да. А, понял. Позвоночник выронил кто-то. И это все? Что-то как-то, да. А мой молоток сломался. Control фрики на геймпаде не цеплял. Что? Что такое control фрики? Контрольные фрики? Тут прицеливание совсем тяжко. Это, да, это потому что, да. Да зачем? Здесь хватает. Завронодати. Ну, сгодится, сгодится. Хорошая штука, да. Вот вместо этого говнища. Завронодати. Стрелы упали. Все, ты со своей ссылкой. Что там? Nintendo Switch. Зачем? Зачем мне накладки на Nintendo Switch, если я на DualSense играю? На кой черт? Да нет, это все чушь. Это все фигня. Могу даже тебе как продавец сказать, это все фигня. Для рубки бабла. Так, как бы мне... О, а я там был? Почему-то у меня такое ощущение, что я там не был. Надо это срочно исправить. Один год юзаю, супер полезная штука. Ну, что ж, поздравляю. У меня пока такой необходимости не возникало. Я же не поехавший кукухой, чтобы играть на геймпаде в шутеры. А стрелять из лука можно и так. Такс, походу я там реально не был. А чё за черти? Големы. Мне големы неинтересно. Ух, какой я тяжелый стал в этой броньке. Тимовака. А может и был. Загадка. Загадка. Не помню я что-то. Против течения. По-моему, я здесь был.
что-то они в последнее время начинают быть все такими одинаковыми, что я уже не помню, был я тут или нет. Вроде был. Но это только вроде. Дурацкий шарик. О, достаю. Сундук можете оставить себе, там, скорее всего, стрелы 10 штук, поэтому... Не. Лучше мне скажи, где фармить деньги, потому что на апгрейды у феи нужны бабки. А у меня бабок нету. Для апгрейда у бабок нужны бабки. Капец. А может быть и не был. Где-то нафармить очень много. А, да, нельзя сюда. Ну, ладно. Мне-то можно. Мне везде можно. Так, надо насрать. Сойдет. С папками всегда так, что с одними, что с другими. Надеюсь, оно не уедет без меня. Ну, вроде не уезжает. Так, теперь надо как-то аккуратненько, оп, запрыгнуть и поехать. Вообще супер просто, супер просто. Даже руль не понадобился. Хотя, возможно, здесь где-то есть. Ну да ладно. Как барон Мюнхгаузен тут нельзя? К счастью, нет. Хотя... Есть одна багулина, которая так делать позволяет. Но я не помню, что нужно из запчастей взять, чтобы можно было себя самого поднимать. Так, ну, мне дали награду, значит, я здесь не был. Значит, хорошо. Чё это? Выглядит как магазин. А вход где? А, это ресторан. Не может быть, здрасте. Да и не прав, не следовало его заказывать. Но просить меня принести взамен еще один жареный камушек тоже перебор, тебе не кажется? Я могу предложить тебе вот это. Необычная штуковина была найдена после катаклизма. Выглядит, конечно, странновато, но это абсолютный раритет. Жареные камушки сейчас самый огонь. Это ценнейшие съедобные камни, они в дефиците. А желающих много. Я его для тебя приготовил, а ты даже не притронулся. А, это больной повар пытается накормить камнями человека. Ну, вернее, эльфа местного. Так что теперь давай неси еще один жареный камушек и будем квиты. А эту свою штуку забирай, смотреть противно. Да если бы это было так просто, я бы давно уже его принес. И даже ходил за ней в пещеру, куда ведут рейсы для вагонеток. Кажется, мне только что сказали, куда идти. Но хайлицам туда не пробраться, слишком опасно. Этот твой хлам мне не нужен, пока не принесешь жареный камень, я от тебя не отстану. Ладно. А какие рельсы? Вон те или вот эти? Ну, наверное, вот эти. Нифига себе кирка. О, мужик купается. Или не мужик? Мужик.
которые пещеры оканчиваются. Да-да, да-да. Именно они. Да, кажется, я там, где надо. О, пробьет, интересно? Ха, нормально. Пробивает, значит, молоток. Жареный камушек, да? Наверное, мне вот сюда. О. Руины. Зачем здесь ракеты? Странно. Я понимаю, гидрант. Типа, гидрант это норм. А-а-а, вот зачем здесь ракеты. Это просто камушек, да? Его пожарить надо, ща. Пожарим камушек. Он всплывет, интересно. Че он не жарится? Странно. Ну ладно. Я понял, зачем здесь ракеты. Но можно обойтись и гидрантом. Камушек в виде куска мяса с костью. Да. Это жареный камушек, да. Раньше он еще и красным был. Пока здесь не прибрались маленько. Так. Настало время срать. Надеюсь, не испаряться. Это будет долгий путь. Смотри, как намывается. Хорошо помою за ушами. Лучше между ног помой хорошо. То мало ли еще Гарон какой-нибудь тебя найдет с киркой большой своей. И в желтой каске. С цветочком на затылке. Нести телекинезом перед собой нельзя? Можно. Но скорость от этого не увеличится. Поэтому какая разница. Быстрее было бы на вагонетке это сделать, но пока вагонетку соберешь, пока на ней приедешь, не. Уж лучше так. ББКЮ. Барбекю? Держи. На лошади? На лошади нельзя. Ну, на лошади можно, но если сбрую приделать. А сбрую у меня нет. По крайней мере, с этой лошадью. Это же жареный камушек. Эй, парень, настоящий жареный камушек. Не хочешь обменять его на это? Давай сюда. Спасибо, ты меня выручил. Больше претензий нет? Пока у меня и жареные камушки, претензий нет. Вот и славно. Вот и хорошо. Фига себе у него фейс, конечно. Обожаю мясные блюда, и когда узнал о филе, я сразу примчался в этот ресторан. Но я не считал, что это камни. Вот это самая редкая вещь, которую у меня есть, держи. Большой зонар, спасибо. Кстати, ты слышал, что недавно обнаружили какое-то неизвестное существо? Если это не выдумки, я просто обязан попробовать, какое оно на вкус. Мне так нравятся мясные блюда. Я постараюсь собрать информацию об этом существе в конюшне. Это сраный этот... Забыл, как его зовут... Ну этот, ну как его, который своих жрет. Блин. Афроэльф, да. Да блин, отстань. Ты за стейком от Бардуса? Угу. Я пришел сюда, чтобы отведать филе де гранит, но похоже его уже здесь не купить. Я прервал свое путешествие только для того, чтобы попробовать его. Но все оказалось напрасно.
Извини, я не представился. Меня зовут Едон. Ладно. Я попробовал на вкус все камни в мире. Меня даже прозвали гурманом. Скажи, а у тебя случайно нет сочного кремня? Редкий особенно вкусный кремень. И кремень. За каждый сочный кусок я готов дать тебе 1000. Выглядит он так же, как обычный кремень, и пока не попробуешь, не узнаешь, он ли это. Опа! Каннибал. О, точно. Сочный кремень — это очень редкая разновидность кремния, которая встречается один раз на 100 камней. Если у тебя есть 20 кремний или больше, я с удовольствием приобрету их у тебя. Бляха-муха. А за сколько ты купишь 20-ку? А он не говорит, за сколько он покупает 20-ку. Если по обычным ценам, то это ни о чем. Хотя, с другой стороны, раз на 100-ку он выдает 1000. Какая-то лотерея дурацкая. Что-то не нравится такое. Так, ладно, я сюда пришел вообще за синими сердцами. О, пещера. Западная пещера у ресторана. Причем она тоже не зачистилась. А хотя мы все видели, что я там был, и ничего там нету. О! А. Так, мне нужна вагонеточка. Монеточка, вагонеточка. Ну, ее, конечно же, здесь нет. Зачем? Зачем мне вагонетка? Нахер вообще не надо, пешком пройдусь. Такс. Надо как-то залезть в... Я знаю, как это сделать. Я знаю, как это сделать. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Пу-пу-пум. Кстати, ты как относишься к метроидвании? Оп, ящерка. А то я что-то тут... Недавно нашел одну хорошую, вроде как. А поиграть не с кем. Давай, 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 оп. Так. Я как раз там, где надо. Только здесь нет этих синих упырей. Тут есть вот эти упыри. Давай, скачи сюда. Никак. Ну, это очень зря. Это очень зря. А ты меткий, я смотрю. Попал в меня. Всеми ударами свои пики просто. Так, мне надо наверх. Как его выносит эта палка? Эй! Стой! Гнида! Да куда ты скачешь? Просто такая смачная пощечина по лицу. На! Гаси ящики. Я тебя дуну сейчас. Завр-резак. Хорошая штука. Меч Зора. Ну, ладно, оставлю. Он просто прочный. Поэтому ладно. Вот это выкину. Завр-резак. Хорошая штука. Как мне вот эти коробки сломать, если они вообще ломаются? А, я знаю, я знаю, я знаю. Я знаю. Бум, не ломаются. Где эта завра чертила? Вон она. Иди сюда, завр. Не надо. Ау.
Хвосты их, кстати, тоже хороши. Можно хлыстать. Там тоже кто-то есть. Но здесь ящерицы эти дурацкие. Нету синего, который мне нужен. Зато здесь есть дорогая руда. Вообще мартышка. Ого. Маленько не попал. Гадина. У меня лук сломался? Нет, не сломался. Блин. Придется работать старой палкой. Янтарь и кремень. Не, ну а что? Кремень у меня покупают по 1000, так что, по-моему, неплохое предложение. Вот бы он покупал каждый по 1000. Было бы забавно. Ого. Это что такое за фонарики? Где я вообще? Это вечеринка гоблинов, что ли? Выглядит совсем не подозрительно. А что, вагонетки не будет даже? Иди пешком. Ладно, ладно. Пешком так пешком. О. Братья-акробатия. И вагонетка. А вы что тут стоите? Вагонетки и веселье. К нам клиент. Готовы, братишки? 3, 2, 1, пуск. Веселье с первыми лучами солнца. До рассвета. Веселье и улыбки круглые сутки. Эй, кобет, ты что-то так странно ухмыляешься. Чего вы так хитро ухмыляетесь? Это у нас посетители. Ну-ка, быстро улыбнулись. Ну что, начали? На старт, внимание, марш. С первыми лучами солнца до рассвета. Веселье и улыбки. Ведь это вагонет Вилли. Наш девиз — веселье на вагонетках. Я понял, я пришел в дурацкий Диснейленд. Весело провести время проще простого. Действительно. Так, старт вот здесь. Садишься в вагонетку, уничтожаешь мишени в пещере. Не зевай, потому что время ограничено. Мишени — воздушные шары, из-по которого можно стрелять из лука. Из вагонетки не вылезай, засчитай все поражения. Надо уничтожить хотя бы 5 или более мишеней за отведенное время. Страшно. Ах да, сейчас первый раз прокатиться можно бесплатно. Еще и стрел дали. Улыбочка! Понятно. Ну, давайте попробуем вашу... вашу ля вагатинитьон. Поехали. В перде. А этого мне не дадут, да? Пять я уже подстрелил. Thank you.
сука. Я слишком медленно поворачиваюсь. Ай, не успел. Но я выиграл. Вот твой приз, бери и веселись. Двадцатка. Ладно, сойдет. Это еще не предел, знаю, ты способен на большем. Подготовлю маршрут побыстрее. Нет, мужики, идите в жопу. Развлекайтесь со своими камнями сами. А мне, пожалуйста, путь обратно. Странные черти. Бабло не нужно разве? Нужно, но не таким способом. Я на стрелах больше трачу, чем зарабатываю здесь. Конетку украсть, я думаю, игра не даст. Это же их вагонетка. Начнешь трогать, они скажут, ай-яй-яй, положи на место. И телепортнет на место. Пошли вон, дурацкие ящерицы. Ммм, соль. Стой, тварь! Блять, она взяла и исчезла. Так, я вижу вагон. Вообще это car. Если кто вдруг не знал. Как тебя развернуть-то, блин? Правда, рельсов тут нет. Янтарь опал. Надо все это распродать к чертям. Заработать побольше бабла. Добрый вечер, Кенни. О, тебя искали, кстати. Таких путников, как мы с тобой, дорога зовет в любое время дня и ночи. Поэтому я очень рад, что сейчас могу гулять без опаски даже в темное время. Не верится, что огнестойкая одежда в Гранграде так дорого стоит. Я собирался ее купить для своей девушки, она ждет меня в конюшне. Но придется вернуться ни с чем. Она будет очень недовольна. Очень мне страшно. О. Мы с девушкой как раз ищем такую вещь, как у тебя. Вот это да, выглядит прочно, как я и думал. Даже немного старомодно, пожалуй. Но именно это мне и нравится. Надеюсь, мы себе такое скоро купим. Угу. Надейся. Они не убили Кенни. Сволочи. Действительно странно. О, я вижу рельсы. Вагонет, Вилли. Нет, чувак, иди. Иди. Зазывай кого-нибудь еще. Я здесь по другим делам. Кстати говоря, что это вы тут продаете? Кремень за десятку. А ты? Рубин 220. А продать вам что-нибудь можно? Вот конкретно вот. Опа. Нормально. Сгодится. Только мне нужен новый дрын. Кстати, интересно, а можно повесить вот на это, скажем, ящик? Ха, можно. Отлично. Отлично, мне сгодится. Ни хрена себе, это что? Ладно. Почему бы и нет? Это какая-то странная игра. Почему? Это наоборот хорошая игра. В какой еще игре ты можешь насадить на меч ящик и драться этим? Это уникальная игра. Вообще, Game of the Year. Почти.
просто ли можно насадить кошку на дробовик? Ну, это кошка и на дробовик, а это ящик и на меч. Тут вообще на меч можно много чего насадить, кроме Зельды. Не, ну я иду куда-то явно не туда. Это все не то. Мне надо куда-то... А, погнали вот сюда. Рынок. Во. Там наверняка эти синие упыри есть. Я уверен. Чёртовы завросы. Забросы. Так, мой сканер показывает, что здесь ничего нет. Из этих синих ублюдков. Лошадь. Лошадь не придет к нам сегодня. Очень жаль. Очень жаль. И синих нету, да? Там он беснуется, один серебряный. А синих нету. Постол, постол. Хорошая была игра. Вы не подпишете мою петицию? Да. Может поиграть Dark Souls первый? А то на геймпаде-то я ее не проходил. Нет, ребята, вы мне не нужны. Я отмудохаю вас коробкой по такому случаю. Ай. Ай, ну или вы меня. Никогда не видел первый Dark Souls? Да ты врешь. Это все неправда. Но нельзя в 23-м году не видеть Dark Souls 1. Ну что это? Ну куда это вообще? Как это? Не может такого быть, это неправда. Так, а теперь аккуратно. Аккуратно. Хватит поджигать свои палки. Ай. Так, а теперь серебряного. Что-то станлоки ему проходят, конечно, так себе. Хотя... Ну, бить мы будем его очень долго, а у нас нет. Эпизодически в каких-то роликах что-то проскакивало. Срочно бери геймпад и приступай к прохождению первой соляры, потому что это, ну, это пиздец. Сука, в 23-м году Dark Souls первый не пройти, это же капец. Такс. Серебряные чертяки слишком больно лупят. Там я был. Синих нету. Что такое? А это флаг. Мне сказали, что еще есть на Хайрульской равнине эти черти. Черти, черти. Да, Хайрульская равнина. Если бы прошел, то было бы нормой. Ну так это и должно быть нормой. Вообще, что такое норма? Норма не существует. Это все выдумки. Выдумки людей. Блин, да где они могут прятаться, сука? Я просто пытаюсь найти хоть какой-нибудь форт или постройку. О! Пиздец, далеко. О! Это кто там бродит? Не, обычный чертяка. Яблоки поди собирал. Мне интересно. Опа.
Есть синявка рядом. Скорее всего, он там. На чем говорил, пройду и сон. Теперь спать тянет. Это эффект Зельды. Когда смотришь на Зельду, и особенно когда играешь, ну, наевшийся в тепле, да, там, радостный весь, тебя тянет спать. Потому что это последняя потребность, которая осталась удовлетворить, и все. Так, он не синий. Это не он. Или он? Там еще фиолетовый, блин. Ну, вернее, серебряный фиолетовый, блин. А может и он. Хер его. Я сейчас всех порешим. Порешим. Дай-ка мне вот это. Ох, блядь, двуручник. Ты меня не видел, я невидимка. Отпусти. Если любишь, отпусти. Не дудеть. Ай. Ни хрена себе у тебя урона. Поменьше можно? Дамажить меня как-то. Не дудеть. Ауч. Сука. Спать с чайком я бы не советовал. Знаешь, есть вероятность обжечься. Ну, или слипнется. Так. В одного попал. Остальные меня не видели. Не видели. Иди сюда. Иди сюда. Слышь, вот ты. Давай покажем им. Покажем им твою мощь. Они хотят слезать. Здорово, чертяки. Кто в меня попал? Это ты был? Все, всем смерть. Там еще серебряный, правда, выжил, ну ладно. Сердце не вывалилось. Это был не он. Да и радар еще работает. Я же знал, что это был не он. Че смотришь? Черт. Давай. Сраный огнестрел. Пригорел, проиграл. Блин, серебряных надо мочить. Они слишком прочные. И луки у них хорошие. О, сердце, но это не то сердце. Чё, кстати, как у меня с луками дела вообще? 25, 24. Не, оставьте себе. Где? Пойду дальше по пути, может там есть. Ладно, пойду посплю, ну давай. Без сахара не слипнется. Слипнется. Склеится. Может, этот синий черт вон там? Ух, какая грибная. Здрасте. Сокровище Лямбда, чё? Не слышал? Ценности, собранные легендарным великим бандитом Лямбдой. Пиздец. Поговаривают, что он был тонким ценителем моды. По слухам, Лямбда собрал коллекцию редкой одежды. Спрятал ее в Хайруле. Понятно. Ищи свою одежду сама. А я, пожалуй, пойду. Я вижу еще одного, но он тоже не синий. Это не тот черт, которого я искал.
Так я тебя хоть сфоткаю, что ли? Обычный моблин. Интересно. Мне нужен синий. Нужен моблин-алкаш. Где-то здесь есть, я знаю. Он скрывается от правосудия. Вернее, от моего меча. Ой, какой сегодня день сонливый. Кошмар. Может, он там? Радар-то работал. А сейчас не работает. А хотя, подожди. А, ну так-то да, вышка-то наша. А вот постройки не наши. Пошел вон. Ой, синявка рядом. Начинает пиликать. Похоже, он реально где-то здесь. Вон он стоит. Вот это чертило, синее. Нормально. Сейчас закопаем скотину. Здорово. Чисто изнасилование моблина произошло. Ну куда лезешь? Куда, куда, куда? Тут еще один есть, что? Ну что, дальше там, что ли? Ладно. Пойдем искать. Сейчас покатится бочка. Ожидаемо. Не совсем, правда, бочка, ну ладно. Угу. Кстати, раз уж приехала бочка, почему бы не сделать вот так? Все еще пирикает. Где-то здесь, значит. Мне кажется, я их просто чешу. Ауч. А теперь чешут меня. Не хочу это тратить. Съем-ка я лучше много-много малины. Десятку сюда ставлю. И яблочками замажем. Ух, ёлки-палки. Сюда бы риджу. Здорово. Прочистка жопы. Мой лук. О, нет. Давай сюда двуручник тогда. А, вот там и сиди.
все еще пиликает. Интересно, интересно. Конечно, не он. Ну ладно. Сгодится и эта скотина. Тихо. Ты меня не видишь. Я незаметный. Оп. Стелс. Так. Мы где-то детектим эту скотину. Но с переменным успехом. И где же она может быть? Чё-то я вообще ее не наблюдаю. Фонтан. О, и все, он пропал. Появился. Но уже другой. О, наверное, он вон там. Похоже на правду. Это похоже на Корока. Ну да черт с ним. Радар сигналить перестал. Это интересней. Дурацкая охота на гоблинов. Могилка. Я возлагаю эту плиту в память о душах погубленных великим бедствием. Зельда. Жаль. А, да? Почему бы и нет? Ладно. Рыба. Рыба. Айрусский окунь. Кажется, он мне был для чего-то нужен. Кажется. Что? Тот, кто слышит мой голос. Приди ко мне, я жду, направляйся к руинам храма ветра. По дороге через плато на юг. Зачем? Не хочу. Потом. Когда-нибудь потом.
Хотя... Ладно, уговорила дурацкая статуя, пошли. Сгоняем. Тут, в принципе, недалеко. Добежать можно, тем более какая-то скотина с дубинкой идет. Чем мы ей покажем. Наш новый на дате. На даче. На даче. Э, чертяка с дубинкой. Ау. Надо тебе что-нибудь вроде коробки, да? Затыкивайте его! Дубинку потерял. Что ж ты так неаккуратно? Рук только оставил мне с зубами. Ну и дубинку. Так, она сказала идти куда-то туда. Ну, наверное, я пришел куда надо. Но радар не пиликает. Значит, синюшник здесь нет. Жаль. Жаль. Откуда ты взялся? Сейчас бы таргет в пустоту убрать. Надо приготовить блюд каких-нибудь. Бронированный блин. Давай бронированный блин с грибами. Броню хоть тебе выбью. Зачем он грибы насадил на палку? Да. Гася. Статуя светится. Здрасте. Ничего. От сердца благодарю тебя за то, что ты освободил часть моего духа, опустив воду у врат в стене. Через эту статую обращаюсь к тебе из далеких каверн. Зов из каверн. Так. Ага. И чё? Следуй четырем проломам на плато. Рядом с каждым из них ты найдешь мои глаза. Брось их в проломы. Затем спустись за ними. Отыщи их и принеси мне. Я буду ждать тебя в кавернах под храмом. Сделай так, я вознагражу тебя. Блять. Во что я ввязался опять? Честно, не хочу этим заниматься. Да и устал я. Пойду я отдыхать. Вот.